снимаю с GoPro. Да, мы сегодня в лавине. Кстати, да, ребят, кто хочет сейчас посмотреть на iPhone X, мы сейчас посмотрим. Смотрите, какие фонтаны. Боже, лавина — это просто бешенство. Да, и сумасшествие. Вау, ребят, смотрите, какие узоры наверху. Прикольные, да? Блин, ребят, здесь такое сцепление на этом, на плитке. Опа. Цитрус. Не, есть. Ё-моё, ребят. Сложно идти даже. Давайте сейчас посмотрим на iPhone X. Да. Надо айфоны найти. Где же айфоны? Без понятия. Опа. А вот iPhone 6s Plus, ребят. Вот этот iPhone 6s Plus. Вот. Дедушка. iPhone 6s Plus. MacBook. Да, MacBook. Да, это MacBook, ребят. А ну-ка, ребят. Смотрите, райский телефон, ребят. Там iPhone X. Вот два. Смотрите, ребят. Вот он. Вот так вот, ребят. А ну-ка. Блин, не работает. Стойте. Не работает. А ну-ка, Siri. Да. Что-то тупануло. И вот, ребят, iPhone X еще один. Ох ты мой, посмотрите, какой iPad громадный. Офигеть, блин. Одна часть компьютера. Ого. Сколько стоит? Цена? 26. Почему? Ого. Давай посмотрим, сколько здесь в цитрусе iPhone X стоит. iPhone X. Вроде бы ровно 30 тысяч. Ну, как ровно? Да, ребят. А интернетная цена 37 тысяч. А здесь просто 30 тысяч. Воу! Какой-то странный скейт, ребят. Подсветка, ребят. Да или как iPhone X. Ребят, хотел вам показать. Смотрите, компьютер Apple. Смотрите, какая мышка прикольная. Какая какое качество. Какая клавиатура маленькая. Такой большой этот. Там монитор и мышка. Вот так, ребят, вот так. Вообще цитрус — офигенная вещь. Ну, штука. М-м.
Давайте на айфоны посмотрим. Мне интересны все айфоны. Прям все эти штуки. О, айфон 6s плюс. Так, это семерка. Восьмерка. И вот иксик. Да. Наш любимый популярный айфон X. Да, ребят. Да, ребят, да. Чехлы всякие. Да. Макбуки, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А здесь уже компьютер сам этот. Apple. Еще один. А это что за фирма? А, это тоже MacBook, это MacBook. Да, MacBook'ов здесь полно, ребят. А ну-ка. Опять MacBook, ё-моё. Электронные книги. Ребят, да. Кстати, смотрите, ребят, какая колонка. Просто прикольная колонка. Ребят, это офигенная колонка. Да. Еще одна. А ну-ка. Наушников. Наушники всякие. Джойстиков полно. А ну-ка, ребят. Я думал, то, что LG не выпускают телефоны. Прикол. Я думал, то, что LG выпускают только компьютеры, ноутбуки и в телевизоры. Ё-моё, ребят. Кстати, она такая фигня каталась вот. На этой штуке. 9000. Ну, это скейт столько стоит. Байк 28 этот. Да, это байк. Да, like байк 0. Логика железная. Да. Погнали погуляем по лавине. Да, ребят. Показал я вам айфончик X. Да. Да, ребят. Где дедушка? Ладно, ребят. Куда ж нам еще что-то интересное пойти, а? Оттуда. Да, ребят. Только погулять, просто я как-то не хочу что-то. СМИК. Детский универ МАГ. Футболки. 130 гривен. Грузинская кухня, броварня авторского пива. Блестит,
это если правда, интересно. Самой Лавине. Столичная ювелирная фабрика. Ну, ребят, тюльпаны с... С чего это? Блог делаю 12,5 минуты. Куда ж нам еще сходить, ребят? Куда ж еще сходить? А ну-ка. А мы уже уходим? Да, ребят, пока интересно, ничего нету. Слушайте, давайте в iStudio зайдем. Да? Да, там Apple есть. Ну, iStudio вон. Про Apple. Apple вот эти. Все с компанией Apple. Да, ребят. Давайте, ребят, все-таки сходим. Зарина, ювелирный дом. Опять столичная ювелирная фабрика. Колонка, ребят. Смотрите, какие клавиатуры, мышка. Опять компьютер. Растение. Это что за iPhone? iPhone 8. А вот это просто 8, а это 8 плюс. Это iPad. А это? Что, ребят, iPad Pro, это iPad Mini 4, это iPhone 7, это iPhone 7 плюс. А вот это, ребят, iPhone X. Да, он здесь тоже, оказывается, есть. MacBook Pro, MacBook и MacBook Air. Будет 20 минут самого влога. Ладно, максимум 21 минута, я сразу вырубаю. То есть 6 минут уже у нас. Ну как? Уже почти 5 минут. Я буду еще снимать. Мне кажется, что Зарина забрала название Зара. Потому что похожие имена Зарина и Зара, да? Боже, я только вижу, как кто-то пьет швепс, у меня прям мурашки по коже идут. Я просто ненавижу швепс. Швепс. Напиток швепс ненавижу. Смотрите, сколько стекла.
скользко? Дедушка, скользко? Нет. Скользко? Да нифига не скользко, да? Да? Скользко, они говорят. Осторожно. Слизко. Ой, скользко. Блин, ребят. Потому что я должен орать. Но давайте я сниму с защитного стекла, чтобы меня лучше слышно было. Ну, лучше слышно меня было. Все-таки так. Только еще динамик надо не закрывать. А где динамик вообще? А, я как раз его и закрываю, ребят. Так. Мы уже идем к выходу, ребят. К выходу, да. К нашему выходу. 2 минуты уже осталось, ребят, делать стрим. Ой, фу ты, блин, какой стрим? Влог. Влог эпицентр. Bluetooth Ураган. Че? Ничего не понял. Для iPhone X, да. Мы правильно идем, просто там. Ребят, да. Мы уже почти дошли до выхода. Выход где-то там. Оу. Прикольно. Красиво. Может, ребята, я от первого лица поснимаю? От первого лица это... Ты снимаешь от первого лица. Ты говоришь, я... Я это не от первого лица. Почему? А если во рту держишь, то не знаешь, от первого лица. Это... Ребят, аппарат одинаково, что вот так ты его делаешь, что во рту. От первого лица, когда ты комментируешь, говоришь, я пришел, я увидел. Это есть первое лицо. Не, от первого лица это значит то, если, то что видно уже две руки, ну, с двух сторон. Это значит, что первое лицо. Если ты вот сюда на цепи, будете от первого лица, и ты говорить сможешь. Что ж толку, ты не можешь комментировать, ты что снимаешь. Ну, все, девушка, дай мне уже одежду. На, одевайся, я тебя сниму, ты не одеваешься. Ребят, давайте я уже положу. Thank you.
скажите мне, снимать ли мне с GoPro или нет? Просто некоторые друзья мне говорят, лучше не снимать с GoPro, а некоторые лучше снимать с GoPro.